Ремонт подземных коммуникаций завершился, однако в этих местах газоны и тротуары восстанавливают с отставанием от графика. Если у чебоксарских властей к водоканалу замечаний нет, благоустройство идет с опережением, то работа коммунальных технологий вызывает вопросы. Предприятию необходимо привести в порядок территорию еще по более чем 400 адресам. Согласно гидравлического прессова, которых у нас проходит ежегодно после отопительного сезона, у нас особое внимание было уделено для приведения города на надлежащий вид. К праздничным мероприятиям, соответственно, центральной улице были переброшены люди. В мае текущего года в коммунальной технологии была направлена претензия. В июне планируется обратиться в арбитражный суд по данным адресам, которые на сегодняшний день не выполнены. Это 45 адресов отставания по электрическим сетям и 82 по теплосетям. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, владельцам сетей необходимо быстрее благоустраивать территории, а управлению ЖКХ и главам районов активнее привлекать нарушителей к ответственности.